Сейчас пойду посмотрю, может, кого-то встречу, узнаю, где тут ближайшая заправка. Походу, тут какое-то заброшенное село. Никого нет. Тут так тихо, как-то странно. Вообще тишина, никого нет. Тут линия электропередач. Значит, тут должны быть люди. Я думаю, может, заправка где-то поблизости этого центра, этого села. Пошли еще пройдемся. Что это за странный столб? И я слышу, шевелятся кусты. Я думала, это просто столб. Побежали. Происходило. Что-то закопано. Какие-то бутылки, какие-то странно тут все. Тут очень и очень странно. Почему птицы всполошились? Почему они собрались здесь? Они убегают. Вот, я вижу сиреноголового. Побежали. Сюда, побежали. Вроде бы в этой стороне должна быть заправка. Вот и заброшенные здания. Но куча машин стоит, но людей не видно. Там рядом лес. Гудит. Что-то опять странный звук я слышу. Ты слышишь этот звук? Что это за звук такой? Откуда? Оттуда вас звук? Я знаю, это зазывается сиреноголовый. Бежим, Ваня, бежим, это ловушка.